Chaser Swift 760. Вот такая компоновка салона. Тут всякие шкафчики. Здесь вот полка. Столик, подстаканники. Электростол, опускающийся вверх вниз, иллюминация, зеркало большое, дверь. Выходим на заднюю палубу. Санузел вот такой, с душем совсем, с форточкой. Люк для электрики. Так вот. Ну и в завершении два движка Yamaha 300 и второй движок на докатку. Вот такая вот компоновка. Нахожусь на верфи Chaser Swift. Небольшой обзор катера 630-го. Каюта. Выход на носовой палубу. Все в процессе сборки, так собирают и строят катера. Гидроподъем на катере.